В госслужбе транспорта объясняют, с 1 января 1 рубль за проезд в троллейбусе стали платить льготные категории граждан. Дети до 7 лет к таким не относятся. Их проезд в электротранспорте регламентирует правила перевозки пассажиров и багажа. Согласно им, граждане могут провозить с собой бесплатно ребенка до 7 лет. В госслужбе транспорта не отрицают, случаи, когда кондукторы требовали оплату с детей, были, но они носили единичный характер. Может быть, это можно отнести к нашей информационной недоработке. Может быть, не совсем качественно проработали руководители троллейбусных предприятий с кондукторами. Может быть, кондуктора вследствие каких-то человеческих факторов неправильно поняли трактовку. Поэтому еще раз хочу отметить, что дети до 7 лет при проезде со взрослым человеком плата за проезд не взимается. Важное уточнение. Ребенок может проехать в троллейбусе бесплатно, без занятия отдельного места. Если детей до 7 лет у взрослого пассажира двое, то за одного придется заплатить полную стоимость. Это касается городского электротранспорта. На междугородних и международных направлениях критерии другие. Пассажир имеет право перевезти с собой бесплатно ребенка до 5 лет, опять же без занятия места. Значит, ребенка с 5 до 10 лет, он имеет право перевозить с льготой 50%, но с занятием отдельного места. Напомним, размер льготного проезда в городском электротранспорте был сокращен в связи с убыточностью троллейбусных управлений. Дополнительные средства, которые поступят от оплаты проезда льготниками, направят на ремонт подвижного состава, большая часть которого находится в критическом состоянии. Андрей Малеван, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал.